снимаю. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас 16 апреля 2012 года. Меня зовут Владимир Антипенко. Я руководитель театра поэтов «Послушайте» в Санкт-Петербурге. И сегодня театр поэтов «Послушайте» объявляет об открытии первого фест-турнира «За главный стих». Ура! Значит, суть очень проста. Вот вы, герои, те, кто сейчас в зале, зал полный, я смотрю, зрители к нам пришли. И, дорогие друзья, я сейчас раздам листочки такие для голосования зеленые мужчинам, красные женщинам, зрителям, только зрителям, ну, имеется в виду, не тем, кто выступает. И если вы доживете до конца акции, мы потом каждого индивидуально спросим с этим листочком, за кого вы проголосовали, на камеру, предупреждаю сразу, у нас честные выборы, у нас веб-камера такая. Вот. Поэтому сейчас вот я это раздам, а потом продолжу. Выключите пока камеру. Ну что? И вот теперь, когда мы раздали наши талоны на голосование красные девушкам, зеленые мальчики, ну нет, мужчины и женщины. Значит, объясняю, в конце турнира, через где-то час 30, где-то час 50, может быть, максимум, может раньше, мы каждого спросим, у кого есть этот талон, за кого он выбрал. То есть просто вот так подойдем с камеры, тот-то человек, тот-то, тот-то. И у меня будет сидеть человек, который будет писать результат. Очень быстро это все произойдет. Но, ребята, учтите, что вам придется это говорить, и вы... Это не тайное голосование. Значит, теперь объясняю, что такое это за турнир. Он не предназначен для того, чтобы выбрать... Можно, Андрей, говорим, пожалуйста, вы... Да? Немножечко пока. Значит, турнир не предназначен для того, чтобы объявить самого крутого и гениального поэта современности. Нет. Турнир предназначен для того, чтобы вы, дорогие зрители, сегодня выбрали наиболее яркого в исполнении, вот, кто вам сегодня понравился. Вот, вот и все. А для наших уважаемых поэтов у них останется видео из «Бродячей собаки», так сказать, замечательно и так далее. Ну что, давайте, значит, сейчас начнем. Я долго очень говорю. Кто первый там? Поэты? Поэты? Я тут. Игорь Никольский. Сейчас я, секунду, у меня огромная просьба. Во время того, когда я говорю, ладно, еще болтайте. Но когда поэт будет исполнять стихотворение, не мешайте создавать эти видео на века, там, на тысячу лет, да, чтобы записался поэт, а не ваша болтовня. Сейчас. Значит, вставай. Игорь Никольский. Однажды придет единственный в жизни день. Начнется банально, скрыв под собой подвох. Ты будешь беспечен. Юный и дерзкий бог, творишь золотые замки. Иные лень. Зачем оскорблять эстетство и в грязь смотреть? Ты счастлив, имея амброзию и нектар, но даже к Олимпу может дойти пожар, и даже богам в лицо может плюнуть смерть. Однажды придет единственный в жизни час, и в визге миров, летящих друг другу в лоб, придет осознание, вот он, последний стоп. А в сердце набор заученных мертвых фраз, и ты побежишь от смерти в последний бег, по чьим-то мечтам и песням плевать на всех. Расколот твоей души золотой орех, а там вместо льда и солнца лишь грязный снег. Беги и смотри, как падают облака, стирая с небес обрывки твоих стихов. Ты скоро исчезнешь в смехе своих врагов, а цель твоя неизвестна и далека. Пока ты бежишь, под сердцем родимся мы, из страха забвенья вызревшие стихи. Успев записать на обломке своей души, отдай нас ветрам, наступившим вокруг зимы, и только отдашь, как стихнет безумный бег. Ты хочешь еще? Но мир растворил тебя. Исполнив задачу, ты умер тоской объят, разлив свою кровь, как воду, по сотням рек. Игорь Никольский! Запоминайте, кто его выберет. Мы потом не будем, мы прямо будем спрашивать, вы сами фамилию назовете.
Ну дальше, кто следующий? Ирина Дедюхина, пожалуйста. В Питере зимы суровые. В Питере зимы суровые. Знаешь, опять-таки влажность. Меня согревает лучше камина в гостиной. Лишь писем твоих бумажность бесконечная. 5 дней одиночества твоего сообщения у почтальона в сумке. В ней томится мое возрождение. Нет слова лишнего, только все нужные. И в том только порядке, что всегда выдаст тебя мне и твои передаст мне загадки. Я вдыхаю любимые мысли по строчке, по букве, со всей их идеальностью. Я опьянен твоей самой лучшей и теперь лишь одной для меня реальностью. Ирина Дедюхина! Ирина Дедюхина! Спасибо! Поехали дальше. Значит, господа, вот что у нас было объявлено, что поэт собой являет главный стих своей жизни в каком-то смысле, который бы он поместил на обложку своей книги. В этом как бы суть. Это может быть фрагмент поэмы, это может быть одно четверостишее вообще. Кто следующий, господа поэты? Поэты! Представьтесь. Добрый вечер, Михаил Алексей. Алексей Михайлов! Творение называется «Я хочу попросить вас». Мы идем на работу в проблемах, в делах. Сверху солнышко дарит нам с неба лучи. В разных селах, поселках, больших городах. Говорить стали чаще, все меньше молчим. Говорим обо всем. О деньгах, новостях, что-то в твиттере постим и нравится жмем. Но чего-то, мне кажется, в наших сердцах не хватает стало вдруг. Гаснет там день за днем. Я хочу попросить вас, возьмите детей. Это право не глупость, я бы так не просил. И сходите в истории нашей музей. Посмотрите, кто солнышко нам подарил. Вы увидите, как не для звонких наград люди бились с врагом и со смертью своей. Как стонал, выживая больной Ленинград, погребая в себе своих милых детей. Как замерзшими пальцами трогали хлеб и держали во рту, запивая невой. Вы сходите, увидите, фальши там нет. Там мечтали о всем, что считалось едой. И когда не могла мать от голода встать, ее дочь шла за хлебом с седыми дворами. Ей от силы лет 5, ну как это понять? В детских пальчиках сжав свою карточку, маме. Не понять и того, что держала ребят у станков на траншеях в их слабых телах. Не дай бог нам услышать, как плачет снаряд, и увидеть расстрелы их жертвы во рвах. Мы идем на работу в проблемах, делах. С неба солнышко дарит золотые лучи. Почему Пискаревка не тонет в цветах? Утонул, коль каждый цветок положил. Алексей Михайлов. Михайлов, Алексей, а ты уверен, что это было на 2 минуты? Да, минута 27. Я вам запись прислал. Хорошо, спасибо. Кто следующий? Надежда Сандлер, пожалуйста. Я устала быть безымянной. У меня прекрасное русское имя. Научилась быть постоянной и мальчишек своих берегу отныне. Но все петербургские дамы в себе хранят свои драмы. Нам все равно, где буря, где штиль. Это и есть петербургский стиль. Мы люди второго сорта, мы люди второго круга, пульсирует боль аорта в цепях недуга. Нас не заметили, нас не любили, но мы все-таки жили. Да, мы живем не броско и просто вышиваем из высоты по ГОСТа. Шагаем и напеваем, что мы люди второго круга, что мы люди второго сорта, но мы уже аорта. Отпусти меня. Слышишь, не надо. Этим дурочкам лучше пой. Мне, даме из летнего сада, не по чину бежать за тобой. Отпусти меня. И ночами не кликай, одинокую не вспоминай. Отпусти меня, яблоней дикой, наряди в индиго. Я асфальтовая пастораль. И как бабушки учили нас,
от женщин Петербурга. Примите реверанс. Надежда Сандлер. Спасибо. Артем Суслов, пожалуйста. В один из последних дней лета поезд с сообщением Аргентина МСК останавливается в нашем городе. И меня взяла тоска. В кассе нет ни одного билета. Я с горя стирал свои трусы в луже, свой мост полоскал в Анальгине. Все старое за минуту рушил, но поезд, как всегда, ушел. Город стынет. Он скрылся в лес, заставив вспомнить, что у меня есть друзья, которым не с кем выражать свой протест. Кстати говоря, мои друзья только одно и могут, что всему выражать протест и недовольство. Каждый скупает все злые газеты, и ест их, и ест их, и ест их, и ест. Съедает по 100 злых газет за присест. Но, как ни странно, не находит ответа. Хотя в плацкартном вагоне всем хватит мест. Им не понять, что эта вот планета имеет маршрут МСК Аргентина, и поезд останавливается везде, где город тюрьма, где чья-то любовь одна, заросла каждодневной рутиной. И я не хочу воевать, мне очень нужно достать билет на тот поезд. Я готов ехать стоя. Билетов нет уже, ёп! Ты в 19 лет сырости, ругани, травы и отстоя. Сегодня опять соберу чемодан и пойду на вокзал встречать поезд. Москва, Аргентина. Может быть, на этот раз билет продадут. Иначе пойду спать и кому-нибудь двину! Он ходит раз в год. 31 августа. Локомотив и 5 вагонов стоят в нашем гетто. Они стоят одну минуту. И минута эта, самая последняя минута лета. Спасибо. Подожди, куда пошел? Иди сюда. Повторите фамилию, пожалуйста. Артем! Артем Суслов! Чуть-чуть, еще бы и зашкалил, ну не зашкалил. Артем Суслов, спасибо. Значит, да, господ поэтов, я здесь секундомер нашел в мобильнике. Кто будет поэмы читать, я останавливаю. Учтите, через 2 минуты. Следующий кто? Пожалуйста. Иван Ильин. Иван Ильин. Не торопитесь жить, друзья. Не измеряйте пульсом скорость. Не торопитесь жить, друзья. Не измеряйте пульсом скорость. Дать жизни задний ход нельзя. Тем интереснее наша повесть. Ничего страшного. Давай еще раз. Ничего, не волнуйся. Вспомни. Расслабься, не волнуйся. Ну, давай, иди вспоминай пока, мы тебя позовем. Ну, давай. Иван Ильин. Не торопитесь жить, друзья. Не измеряйте пульсом скорость. Дать жизни задний ход нельзя. Тем интереснее наша повесть. Все, Иван, идите, вспоминайте. Следующий кто? Вера Гайдар, пожалуйста. На чем насчитали бумажные крылья? Может, уже поздно выстукивать азбукой Морзе кардиограммный город из серых цементных риф. Пора излагать прозой жизнь охотничьих борзых. А то, что их жизнь сахар, какой-то древнейший миф, напророчили прочие мне войну. Я смеялся над их задымленной перцовкой страстью. Гомерический залп над речевкой их замну. Все же слоган достоин, чтоб быть окаймленным мастью. Спасибо. Вера Гайдар! Спасибо, спасибо. Вера, ну подожди, не уходите, не уходите сразу. Вера Гайдар! Спасибо. Всех с праздником. Сергей Волгин.
Бог прекраснее всего, если влюбишься в него, но не в силах он нам дать то, чего хотим отнять. Как могу, молю творенью, быть несчастным преступленью. Загордился я, восстал, я о Боге написал. Нет, не вижу смысла в жизни, если нету Бога в ней. Радуйся в ней или кисни черной ненавистью всей. Кто про Бога скажет, ложь, в сектор Бога не найдешь. Не иди со злом, не надо, разобраться в себе надо. Нет, никто не знает Бога, в чем и как он нам дает. Может, эта радость слога тоже суеты берлога. Но законы книг священных, мыслью жгучей постигай. Ведь за ними неизменно луч стосветный, мысли рай. Бог прекраснее всего, если влюбишься в него. Проще жить и легче знать, что придется умирать. Ад он здесь и рай он здесь. Вот вам вымысел мой весь. Не молись, безумие вперись. Ведь, возможно, это ересь. Сергей Волгин, стоять! Сергей Волгин, поэты, не уходите, не убегайте сразу. Я должен вас еще объявить, пожалуйста. Следующий кто? Значит, сейчас, вот, кстати, самая сложная задача на самом деле у зрителей, а не у поэтов. Чего ты поэта вышел, прочитал и все. А зрителям нужно, кстати, у каждого у поэта свое настроение, как бы свой какой-то посыл. И вот это все соединить в калейдоскоп внутри может весьма быть сложно, скажем так. Хорошо. Нина Виноградова. Министры! Музыка несется тонко, нежно, музыка меня уносит вдаль. Девочка ведет смычком небрежно, кажется, что скрипку ей не жаль. А глаза скрипачки голубые, только в них огромная тоска. Нос в веснушках, волосы льняные, и сроднилась со смычком рука. Музыка не праздничного лета, на асфальте брошенный футляр. Стой, прохожий, где твоя монета? Музыку послушай, как школяр. Теплый ветер и немного грустно, как струна натянута душа. Летний вечер пахнет терпко, вкусно. Месяц затаился не душа. И летит мелодия на небо, задевая ангельским крылом. Даже те, кто добрым раньше не был, полнятся любовью и теплом. Музыка звучит, смычок танцует, девочка украсит эту ночь. И надежда, что беда минует, пустоту поможет превозмочь. Спасибо. Нина Виноградова. Спасибо. Значит, Владимир Антипенко. Я теперь участник. Владимир Антипенко. Засеки время, чтобы не перейти. Саша, я тебя прошу, кстати, я засеку, да. Прошу вот не разговаривать, когда человек читает. Камера вот прямо рядом пишет твой разговор. Итак, Владимир Антипенко. Ударись, зверь, безверь! Зырь, барбиства! Не молись, скорби, верь! Дырь, пространство, глаз! Фуфы, стырь! В раз станешь другим ты! Спасибо. Я коротко. Владимир Антипенко. Следующий кто? Я тоже участник. Да. Марина Сакович. Пожалуйста. Обними меня до ночи нежно. Поцелуй под одеялом. Страсть. Наша встреча совсем не напрасна. Наш опыт уже неизбежен. На рассвете, еще полудрем, я вплотную, прижавшись губами, обовью твою спину руками и застыну в приятной истоме. Будет утро, поверь, только наше, солнце-луч потеряется в небе. Мы сольемся в волшебном сонете, серость неба закрасит гуашью. Ты в холодном. Темную зиму, средь тумана и дальних дорог, пару дней для меня уберег, пять ночей для тебя я хранил.
Марина Сокович. Спасибо. Следующий, кто у нас, ребят, поэт? Любовь Злобина. Не сойти бы с ума. Так, Любовь, извините, я еще раз расскажу. Значит, уважаемые зрители, просьба, и поэты там, сзади, пожалуйста, не надо, когда поэт читает, не разговаривайте. Разговаривайте, когда я вот вещаю сейчас. Поговори, а когда поэт исполняет, не надо, пожалуйста. Да? Любовь Злобина. Не сойти бы с ума. Нам с тобой здесь не встретиться. Не сойти бы с ума. Этот город большой, этот город чужой. Между нами дома. Ты узнал бы меня. Ты так долго искал. У меня мрак души и звериный оскал. Просочись же сквозь дым. Просочись же сквозь сон. Я узнала тебя. Ты — это он. Романс. Я не забуду вас. Вы вспомните едва ли ту, чью руку так вы нежно целовали. Глаза горели так, как будто это солнце спустились вдруг во мрак. Но вам еще и гнется. Я не забуду вас. Ох, как дрожали плечи. Неистовый огонь сжигал вам вашу грудь. Забыли вы сказать. Мадам, до новой встречи. Глаза шептали мне. Когда-нибудь, 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 когда-нибудь. Любовь Злобина. Спасибо. Следующий кто? Ну, давай. Дмитрий Бацы. Рассуждение о поэзии. День поэзии. В который раз, признав себя говном, я вырвал из тетради все страницы. Пускай они летают за окном, как белые ощипанные птицы. И нечего сказать тебе в ответ. Бутыль с бухлом отягощает столик. Я только притворяюсь, что поэт. На самом деле, просто алкоголик. На могиле Волошина, подобно Архату, на горной вершине... Подождите, мы договаривались на один стих. Я его прочитал. А в 2 минуты. Здесь не надо делать выступление на 2 минуты. Ну хорошо, все. Все. Дмитрий Бацы, спасибо. Не надо делать выступление на 2 минуты. Вот я вообще 30 секунд прочитал стих, и этого вполне достаточно. Кто следующий? Яна Авдеева, пожалуйста. Добрый вечер. Хорошо вам настроение, погоды и близких рядом с вами. У меня посвящение. Как там обычно рассуждает папа? К добру не приведет протест, что эта жизнь берется лишь нахрапом и вовсе не в один присест. Отцы обычно говорят дочуркам, предупредить пытаясь грусть, будь осторожна, обходи придурков, а если что, я разберусь. Такая в этом ласка и забота, защита, папа ведь калач, и не один он за тебя рота, ты хочешь смейся, хочешь плачь. Но много в мире дочек-одиночек, и много в мире грустных мам. Я иногда ловлю в своем твой почерк, как будто это схожий шрам. Я помню мало, может, слишком мало, и светлых сказок мелко суть. Мне хочется все, что не принимала, сейчас принять, простить, вернуть. Такие папа здесь порой метели, что термос не спасает чай, а дети в снах, которые летели, идут, чтоб мам не огорчать. А летчики и скалолазы здесь, как советский дефицит. И страшно, что ребенку раз промазав, уже не залечить рубцы. И дико повезло взбираться парой, хуже строим под конвой. За благо почитают счастье даром, такое счастье, что хоть вой. А впрочем, девочка твоя не ропщит, по кочкам кровоточит вскач. От этого по-честному не проще, но надо быть как ты, калач. И чувство, что об стену все горохом. Ведь, слава богу, ты пришел, я не скажу. А в остальном неплохо. И будет, папа, хорошо. Спасибо. Яна Авдеева. Спасибо. Через 5 секунд бы ты зашкалила и была бы дисквалифицирована. Давайте, не надо говорить, можно я. Денис Широков, пожалуйста.
мне бы пулемет из прочной стали, для патронов, для ядрени тени. И по тварям, что давно достали, я убил бы без промедления. Глупо думать, надеяться, верить, глупо милости ждать от природы, просто взять и на прочность проверить, толстокожей бесящей породы. Перед кем же теперь извиняться, надрываясь в пустых молитвах? Так хотелось в живых остаться, но сказали, вы, сударь, убиты. И не в фас, и не в профиль, не в душу мне слова эти. Вот те раз нанесла безразличие душа прямо в сердце свой кубный газ. Спасибо! Денис Широков! Спасибо, Денис. Следующий. Пожалуйста. Ануфриева Елена. Елена Ануфриева. Сказать о своих чувствах? Впредь никогда. Гордость, хоть и потеряна где-то, это слишком. Ты знаешь, ты говоришь, что пока ты не любишь, а просто желаешь, что меня ты избрал, как обидно мне слово, что я лучше всех. Ха. Но при этом ты снова не подумал о мне и о чувствах моих, потому что любовь, ведь она на двоих. Спасибо. Елена Ануфриева. Спасибо. Кто? Пожалуйста. Виолетта Сафарова. Виолетта Сафарова. Посвящение Ахматовой. Бесценный дар серебряного века прошел сквозь грань непризнанных побед. Ахматова, поэт среди поэтов, звездой зажглась вперед на много лет. Талантом, наделенной от Бога, и вместе с тем трагичной судьбой, она была цензуре неугодна, бескомпромиссностью и прямотой. Пройдя все муки, казни, пыток, ссылок, своих родных и близких, и друзей, недугов, жадно дышащих в затылок, все, что стояло в череде смертей. Скитаясь вечно по чужим квартирам, в деньгах познав предельную нужду, она жила одной и только лирой, трудясь почти за мизерную нужду. Друзей, как и завистников, хватало, хотя и одиночество порой в своих тисках нещадно зажимало, когда вдруг отрекался кто-то свой. Но преисполненный достоинством и честью, всегда походкой благородной шла, в простом обличье уживались вместе дух царственный с величием ума. Хоть лет с тех пор прошло уже немало, как в землю смерти уступив легла, но кажется, что, бросив взгляд усталый, накинет шаль и сядет у окна, сойдя с картины, сотворенной маслом, и вновь шедеврами своими озарит. В фонтанном доме после долгих странствий ее поэзия опять заговорит. Виолетта Сафаров. Алла Зиневич. Я. Джойс. Джой по-английски радость. Максимилиан Волошин сказал, большое искусство всегда радостно. Назови меня Джойсом, нечаянной радостью назови, от того, что все радость и в творчестве, и в любви, от того, что единок двойной исток, как латинского имени вальс поток, Пенелопы сознание монолог, красная девица, синий чулок, и свитер лиловый, и юбка до края ног. Назови меня Джойсом, читай меня, мёду строк, витиеватых волос, ловчим зрением рук. Назови меня Джойсом, Гомером меня назови, от того, что все вечность и в творчестве, и в любви. Спасибо! Алла Зиневич! Коротко, на минуту, и замечательно. Спасибо. Алла Зиневич. Евгений Петрушенко. На теле матовых дорог растут бесчисленные язвы. Моя бы воля, и я бы смог. Моя бы воля, я бы, вас бы. Все километры лишних слов, пустых, как банка из-под кофе. Мозоля в тысячах голов того, что не было. И пофиг, что в лукоморье ныне тише, Россия гинула в забвении, церковная скончалась мышь, и гражданин, как привидение, бредет вдоль язвенных дорог.
на нелюбимую работу. Твоя бы воля, ты бы смог. Ты б точно смог. Да не надо. Группа поддержки чувствуется. Евгений Петрушенко. Спасибо. Поэты, кто следующий? Выходите, занимайте сцену. Не надо стоять. Анна Александра Невская. Саша Невская. Меланхолия. Смирение, полумрак, недопитый чай, раскрытых книг рассыпана колода, мольберт, автопортрета, пыльный край, и рам взевает позолота, и все какая-то дремота, на всем несносная кадра. И жизнь, как прошлогодняя газета, лежит у побледневшего окна. О, меланхолия, о, скудная пора, о, чем спугнуть твое небрежное вторжение? Растаяли, как дым, роскошные слова, и в паутине сна воображения весь день, как утомленная листва, кружится за окном едва. Пыли священны оскорбленного порога, все сказку ждет иллюзий, ради Бога. Спасибо! Нет, нет, Саш, ну нам не объявить надо. Александра Невская! Следующий поэт. Я. Давайте. Николай Бельто. Испепеленный, словно феникс. Сейчас люди устали, наверное. А? Не, все нормально. Сейчас, ну вы поговорили, да? Можно теперь поэту прочитать стихотворение? Спасибо. Еще раз дубль два. Николай Бельто. Испепеленный, словно феникс, я возрожусь из пыли слов. Так пламя, рвущееся к цели, не гаснет от тупых плевков. Пускай тяжелые копыта вминают в почву голос мой. Лучась во мгле, как солнце слиток, взойдет мой разум над землей. Пускай размыканы по свету мои священные слова, их кровью вспоено, согрето, воспрянет новых душ трава. Пускай мне жить не удавалось, я счастлив, мир корня с руки. Поэтому оставьте жалость, рвите дальше на куски. Спасибо! Коля, ты не уходи. Николай Бельто. Николай Бельто. Спасибо. Пожалуйста. Артем Терехов. Артем Терехов? Да, да. Артем Терехов. Хочешь? До Питера, после в Сочи, без страхов, без заморочек, без огляди, на три ночи, впрочем, может и на четыре века в одной квартире, пока нас не усыпили, или пока не накрылась эта прокуренная планета, чье время, как оперетта спета. Останемся в свете акта, плясать, наплевав на факты, на время, на чувства такта, такта исходят с ума. До ночи слетит пара сотен строчек сквозь мой сумасшедший почерк. Хочешь? Спасибо. Артем Терехов. Спасибо. Пожалуйста. Святослав Король. Человеку свойственно ошибаться, реже взрослеть, представители нового поколения ничего не боятся, не заметив, как стали стареть. А старшие смотрят искоса, молодо, зелено, свет выключают, когда мы на сцене. Уйди, не поэт! В первой строфе глагольная рифма, вторую ты скомкал сам. Приходи на собрание взрослых поэтов, оставляй ты свой шум и гам. Хорошее дело, отлично читать для больших людей. Подстраиваясь и поддакивая, пряча ворох своих идей. Ну уж не нужно такого мне счастья! И сам я никого не учу. Так зачем мне, достигнув чего-то, ломать палачу подобные учителя, выискивающие одаренных? Они уж научат, уж точно научат, создав своих войск колонны, будут стоять во главе, кичиться годами опытом, да только заставить своих подопечных говорить по складам и шепотом.
Да, вы поверьте, я видел рожи, горящие пафосом. Слышал, как хвастали перед другими самоуверенным голосом. Вон там, на сцене, поэт-новичок. Выходите из моей мастерской. Стой! Это не тот ли бунтарь, яркий и молодой, которого ты уверил в его и твоей гениальности? Ты молодец, но чуть-чуть поучись у меня избегать твоих вирших банальностей. Месяц назад он калечил сонетом. Теперь же он стал таким, каким захотел его кто-то увидеть. Вообще никаким. Молодым, открывайте дорогу. Мы уважаем, кто старше. Но только поверьте, вы только поверьте, мы сами сумеем и будем действовать дальше. Молодец. Святослав Король. Михаил Солоник. От того, что в центральной России весна не похожа на нашу, петербургскую, что ли. От того лишь, что ты сейчас далека, расстояние и время рисуется более. Я не знаю, в чем разница. Может, в тоске, что сковала меня, погрузив прочный кокон, вечерами гляжу в небеса. Биение в виске отражается на душу колокольным звоном старой церкви на Орлинском берегу, и всплывают картины бесшабашного детства. Наши игры. Пятнашки. Ты помнишь такую игру? Вот и я. И от этого никуда нам не деться. Представляю порой, что ждет меня дальше. А дальше все просто. Суета, ненужные встречи. И хочется просто исчезнуть, как кораблик бумажный, что течением быстрым уносит бескрайнюю вечность. Так живешь и не чуешь, куда убегают года. И в какие бегут непроглядные дальние доли. От того, что в центральной России весна не похожа на нашу, петербургскую, что ли. Михаил Солодников. Спасибо. Кто? Саша Лондон. Слушайте, я какой-то, подожди, попугай, получается, выхожу. Саша Лондон. Не в тебе дело. Сейчас, я посмеюсь. Значит, смотрите, вот уже там, кстати, больше половины прошло, поэтому. Ну, сейчас мы всех, значит, отслушаем, отсмотрим, и потом мы немножко устроим такой, вот я поэтов сюда вызову, они будут здесь, а вы там. И каждый, кто голосовать будет, чем-то аргументирует свое. Мы это снимем. Хорошо? У нас такой получается дискуссионный клуб. Саша Лондон. Мне ж бросаться из улицы в улицу. Все равно, что по мыторствам удел. На Аничковом фонари, как виселицы, качаются в черной воде. Днем я ветхая тень фасадов, зеница гранитных глаз, ну а ночью же сын Давидов, окаянный и грешный ас. Утонуть так в молитвенной речи, просить тебе благодать. И если надобно, отче, свою жизнь за тебя отдать. Не затем прихожу я на исповедь, чтоб грехи мне простил Господь. Не затем я молюсь неистово, чтобы он оболкился в плоть. Но затем лишь, чтоб эта жертвенность дверьми отворила суть, что через любую такую брошенность пролегает к тебе мой путь. Дорогая, чем порознь по набережным, лучше вместе по хрупкому льду, чем с безбожным, да лучше уж с набожным, без оглядки, но прямо к Христу. Нынче сердцу моему не здоровится, да и дух мой, увы, занемог. Не молись за меня, Богородица, за нее помолись, за нее. Саша Лондон. Давайте, Евгений Зудин. Луч заката упал, догорая, обессилев на старый балкон. Ты послушай меня, дорогая, видел я удивительный сон. Старый берег от волн твой пьяный, а в волнах утопает заря. И листва пеленово-багряной затаилась в ветвях октября.
Бирюзовый такой небосклон ты не найдешь на мятежной земле. Перламутром горят горизонты, и поля ожидают во мгле. Их туманы безмолвно обняли, словно нежная мать в тишине. Так кого же они ждут, не меня ли? Грустят, может быть, обо мне. Ветер странник унылый колышет ветви дуба, и сон корабля здесь погибшего ранее и дышит отшумевшей сиренью земля. Так и я, и отвел и с улыбкой отправляюсь жемчужной тропой, мир, где голос прилива, как скрипка, где струится закат огневой. Не грусти же, не плачь, дорогая, этот вечер прощальный поклон. Час наступит, и ты, час наступит, и ты, догорая, ты придешь в мой октябрьский сон. Спасибо! Евгений Зудан! Спасибо! Просьба у меня, больше не кричите, пожалуйста, вы по эту видео курсе. Это его главный стих, он будет как портфолио себе делать. И там будет громче, давай, здесь все слышно. Володя, идите тише себя, будет все поставь слышно. Пару стульев сюда, люди пройдут, все так слышно будет. Вон стулья же пустые. Где? Вон там стулья. Ну, пожалуйста, один стул возьмите. Вот здесь стул. В проходах просто посидите. А вот там два стула. Пожалуйста. Вот пройдите сюда, здесь пройдите, присядьте, да. Пройдите, господа зрители, пройдите, вот еще там есть места. Займите, конечно. Вот сюда, вот. Спасибо, Андрей. Вот, проходите, проходите, вот там еще есть места какие-то. Спереди одно есть, говорят. Хорошо, только тихонечко, да, пожалуйста. Значит, тут свободно. Ну, поехали дальше. Кто у нас? Пожалуйста. Как? Александр Картуков. Александр Картуков. Тишина. Называется «Пока». Туда, куда вы. Пока падает снег, и на часах застыло летнее время, мы меряем дни, открывая глаза после сна, отсчитав года, взвалив на плечи нации бремя, из болота друг друга тянет народ, тянет страна. А пока обозленные псы рвут глотки за власть, шерстью блестя в стаю сбиваются матерые волки. Они чувствуют дух перемен, им не хочется ждать, когда родную землю разобьют на осколки. А покуда каждый сам за себе в стороне, покуда... Сейчас вспомню. Простите, пожалуйста. Ничего страшного. Ну, в общем, ладно. А покуда каждый сам по себе в стороне, будут серые тучи, будут молчать небеса, не будет счастья нашей великой стране. Спасибо! Спасибо. Александр Картуков. Саш, ничего такого нет в том, что ты сбился. Дальше. Я просто одну строчку забыл. Неважно, посыл-то слышно, стихи слышно как-то. Спасибо большое. Нет. Все нормально. Благодарю. Пожалуйста, кто следующий? Саша Чебан? Олег Чебан, пожалуйста. Стихотворение называется «Отсыпь». Небо дышит свободой, водой проливаясь на сквер. Гром раскатом, как плугом, рассек бороздою наш мир. В небо душу свою да под дождь, очищаясь от скверни, и стряхнувшись, забраться печугой простой ужасный. Выбираясь из комнат, насквозь протабаченных, пыльных, с паутин одиночеств от грязных, вонючих коры, легкой тенью скользнув, мимо Бога и черта посыльных, на парад посильон исполнять по садовой коре. Как рулетку крутнуть во всю мощь колесо обозрения, чтоб на небе седьмом оказаться без всяких перил и достигнуть такой высоты неземного везения, там, где счастьем забиты склады, сколько хочешь бери. И вот здесь замереть, ощутив себя честью без меры, посмотреть, как скользят перед носом святые отцы, и поймав за крыло одного, того, что с безменом, коробок из-под спичек вручить со словами «Отсыпь». Спасибо. Олег Чебан. Спасибо. Следующий круг. Поэт, где? Вот иди. Все, завершаем все. А, Андрей говорит, пожалуйста. Я скину с тебя шелковое платье.
Дорогое белье разорву на части. Я буду протяженным, как дея причастия, зачатая тобой в больном Ленинграде. Я буду, как мычащая простуда рассвета, я буду беспощадным и бессовестно юным. Но если Петербург вдруг загнется от ветра, развей меня по ветру и забудь, и не будем. Но ты была, Гетера, недостойная страсти. Под розовым дождем мы черпали друг друга, и город умирал в ежедневных контрастах и плыл по площадям, как скомканный рубль. А мы переливались в бензиновых пятнах и пили эту воду, зараженную бредом. И ты была моим ослепительным ядом, красивым и больным, как любовь к себе. Спасибо. Сняли. Там фотографируют еще нас. Андрей говорит. Пожалуйста, Денис Денза. Дыхание слепит красками нового. Ступая секунды взгляду в небо, они теперь ценнее всех тех месяцев, а я как будто влюблен в эту планету. Лицо постепенно изменяет цвет, температура не желает вспоминать лето, а я пропитан солнцем, оставив время, белым паром распыляя сердце. Мы можем стать всем для целого мира, если жить мирно, как в зеркале, заполнив блики внутри тел, рисовать пейзажи, когда необходимо. Увидев лучи, хочется укрыться чистотой бескрайней легкой свободы. Но линии ладони шепчут другое, ведь эмоции не имеют птицы. Денис Денза! Денис Денза! Пожалуйста, поэт. Похоже, я. Поэт, вы все выступили? Все. Александр Смир. Слепит так, что ничего не видно. В бархатной красе, вызывающе гордо, шел черный кот по черной полосе. Все. Спасибо. Александр Смир. Коротко и ясно. Александр Смир. Денис Прокофьев, да? Денис Прокофьев, пожалуйста. Я не жил в эпоху Верлена, Шекспира и прочих поэтов. Я не видел прошедших веков и в руках не держал пистолета, как Пушкин в последней дуэли, подставляя под пулю себя. Но я спрашиваю вас, неужели эта жизнь решена для меня? Эти строки рождались в смятении и в поисках душевного лета, потому что все чаще болит сумасшедшее сердце поэта. Пусть не принят сейчас и не понят, и пишу в основном для себя, но я верю, действительно верю, что останусь в стихах навсегда. Ну а вам этого не понять, ведь душа забита на гвозди, что в дурной 21 век мог возникнуть очередной Маяковский. Я даже скажу вам больше, во мне есть чуть-чуть от Есенина. Я также по барам читаю стихи девушкам легкого поведения. Денис Прокопьев. Вот так. Спасибо. Следующий кто? Поэт. Ну чего же? А вы курточку? Или это у вас может такое? Нет, я не знаю. Может ваша, может ваша книга, обложка. А, ну давай, представь. Да, Дима Темников. Дима Темников. Дмитрий Темников. Плясал разноцветный гудящий Невский, шинами шаркал, цокал туфлями, а я, опустошенный, нервный, резкий, плац убогий сбивал сапогами, пьяными полнился, веселый, литейный, укрывшись лесами, рождался жар-птицей, а я, надрываясь на тубе бейной, взрывался маршами. Боец бледнолицый, обвешалась кедами Эмма Манежка, целовала розовой пухлостью губ, а я, минорная черная пешка, в стране прямых линий Рубика куб. Разводились мосты, вены столицы, розовощеких радуя немецких старух. А я в сказке слушал про хутора и станицы из милых товарищей уст. Плескалась в подвалах королева Нева, вдохновляя творцов шедевров искусства, серая слизь с неба лила, а я молча жевал гнилую капусту. Спасибо! Дмитрий Темников! Спасибо.
Следующий поэт. Максим Клеймянов. Войлок – это тот материал, из которого я высеку стены. Границы приучают, что мал, и то, что шестеренки стальной системы. И то, чтобы, выходя во двор, вы одевали почтительные лица. Иначе ты бунтарь и вор, зрачками во все глазницы. А хочешь безнаказанный кинжал? Ступай в шеренгу строя и, облачившись в карнавал, убей в себе живое. Но под ногами прозревших толп поймешь, тебя надули. Ты не блокбастеровский коп, а кем-то пущенная пуля. Спасибо. Максим Клеймянов. Спасибо. Поэты. Стефания, где? Поэты. Забыл. Стефания Данила. Пусть мне 17, и прожито мною столько, сколько кататься можно на первом льду. Мир мой из острых, мелких, седых осколков, хоть и стараюсь схватывать на лету. Да, у меня есть берег. Мой теплый берег, там и дома, и улицы задарма. А еще имею перья, и я не верю просто открывающимся домам. Но не обрывать Катрена на полуслове, мне это пепел стряхнутый, маята. Что мне ограда чьих-то чужих условий? Я же богиня, а все остальные так. Я поделю людей на слонов и мостик. Да, все равно кто-то еще равней. Жду у морей погоды. Волна приносит зелень бутылки. Письма скучают в ней. Письма в отговорившую чью-то осень. Желтые и адресованные не мне. Я здесь совсем состарюсь. И это просит, что-то совсем не хочет сходить на нет. Я же богиня, я же трепала нервы. Волосы, посвященные мне тетрадь. А была бы я первой, была бы я первой. Вот тогда бы было что отбирать. Твой каталог, мой неприглядный номер, но Мураками даже писал о нем. Хоть бы и ты вернулся, и он не помер, хоть бы настало время, когда вздохнем просто, легко, спокойно, ладонь в ладони, в парке у храма имени твоего. Это письмо от грусти моей потонет. Да и куда пускать, кроме как в Неву? Пишешь стихи, пьешь из горла джин-тоник, кто там с тобой на равных и наяву? Я не готова ни к сессии, ни к разлуке. Я прилепилась черным снежком к окну. Вот и машу тебе так, что не имеют руки. Я оставляю сама же себя одну. Я не готова, а впрочем, готова, либо. Дайте билеты, мне тему тебе на взлет. И уберите с заднего фона всхлипы и этот первый еще не окрепший лед. Да, я готова ждать тебя первый месяц. Да и второй, и третий не откажусь. Что же, пускайте ток, это много весит. Впрочем, я обязательно удержу. Спасибо. Стефания Данилова, покажи деньги. Реальные деньги были выровнены. 500, еще что-то. Да зачем? Спасибо. Ты, да? Стефания Данилова. Ну, как зачем? Надо, видно было. Настоящий. Пожалуйста, поэты. Еще. Я считаю до трех и завершаю конкурс. Кто еще не выступил? Раз. А. Александр Качель. Размышляя о том, какое стихотворение можно вынести на последнюю или на первую страницу обложки, я пришел к выводу, что это должна быть эпитафия. В две минуты уложусь. Уже 10 секунд прошло. Эпитафия жизни. Жизнь. Сплошная эпитафия. То война, то мор, то мафия, то резня, то избиение. Вот такие развлечения. А вокруг, куда не пирхнешься, спотыканешься и кувыркнешься. Жизнь. Бардак и порнография. Вот такая эпитафия. Александр Кочевник. Кто еще не выступил? Поэты. Поэты, есть кто не выступил? Сергей Удальцов.
Добрый вечер, это не обложка книги, просто хочу прочитать это стихотворение. Употреби меня без остатка за одно утро, как солнце выжигает осадки, собой иссушив лужи. За один вечер, как тратит аванс госслужащий на романтический ужин. Пока горит свечка, ничто в этом мире не вечно, выпей меня целиком, в военном госпитале тает аптечка. Только этой ночью, этой молодостью, без зазрения совести, наверняка и четко, как диктор, чеканит новости. Пользуйся, пока тебе интересно. Я буду сладким и нежным, как жаждущим вода пресная. Люби меня, как в последний день лета. Мои губы горят огнем, пока вертится эта планета. Отдайся мне без остатка, греши без раздумий, стихами будет полна тетрадка. Ты принадлежишь мне, я так хочу. Так люби, не думай же ни о чем, я привязываю тебя сердцем к сердцу. Стану твоим палачом. Заберу разум, а душу изрублю по инерции, притворившись ее врачом. Так люби, не думай же ни о чем, я привязываю тебя сердцем к сердцу. Спасибо. Сергей Удальцов. Спасибо. Проще, пожалуйста, еще представь. Залу скажите. Андрей Марсанов. Марсанов? Пожалуйста. Тебе больше идет с забранными волосами, в заданной юбке, в белом халате. Я устал. И, кстати, последний раз на той дряхлой кровати я не сказал тебе, хватит. Я просто устал. Ты лучше бы танцевала. Ты лучше бы жгла орудиями тысяч своих поцелуев. Я, видишь, не против прелюдий. Не зря ж для тебя ворую шоколад и сливки взбитые. Мне нравится, как ты облитая. Всем, чем можно, просишь еще. Как я говорю, что мне хорошо. Как ты говоришь, что тебе хорошо. Как ты применяешь лучшие платья. А на балкон ходишь нагишом. Ты лучше бы пела по-итальянски. Я устал. Ты лучше бы смеялась, как птица. Я бы измазал всю тебя красками и не пускал отмыться. Лучше забудь мой адрес. Лучше б ты стихи читала с листа. Отдай мне ключи. Я же говорю тебе, я устал. Спасибо! Андрей Марсанов! Дал свой! Фотографию! Нас фотографируют. Андрей Марсанов! Лида, посними пока зал, вот пока сейчас. Вот зал. Нас фотографируют. Значит, приготовьтесь там. Можно, чтобы трек прозвучал? Давайте зазвучим, скажите. Не-не, мы пока как... Если все, он звучит. Можно пока сейчас убрать его и включить сначала. Сейчас вот прямо. Да-да. Короче, я могу... Через минуту, пожалуйста. Как мы скажем, когда включить. Хорошо, ровно через минуту. А сейчас... Все, спасибо. Вы уже прочитали же. Андрей Марсанов. Пожалуйста. Ставьте. Влада Королева. Успела зал снять? Черт. Влада Королева. Заведи почтового дракона из бумаги алой по рублю. Привязав за лапу у балкона, научи его рычать «люблю». Научи его словам «жалею». Мой любимый, тихому прости. Приведя в туманную аллею, на цепи размяться опусти. Посмотри, как душки индивеют у очков чешуйчатых у глаз, как зрачки печально зеленеют, как в них свет зажегся и погас, как в неволе сердце холодеет, и безвольно крылья опустив, он в душе мечтующую лелеет посетить межгорье свой залив. Приручи почтового дракона, лаской слова, с рук его корми, и повесь на шею цепь кулона, и за шею нежно обними. Ты прижми щекой к шершавой морде, и письмо на лапу повяжи, а потом смотри, как он во фьорде нарезает в небе виражи. Спасибо. Влада Королева. Спасибо. И вот, все, спасибо. Отлично, спасибо. Я сейчас скажу «Арчит», и вы включите. А давайте я скажу, и вы включите. Ну, пожалуйста, только у тебя 2 минуты. Я знаю. Он 2 минуты и 30. В общем, я когда-то в метро случайно спас человеку жизнь, а потом, пока ехал с этого вот места обратно, вот эту штуку и написал. Я сейчас одет, как тогда, это не костюм. Вот, можно, поехали. Грохот и звон. Снова перрон. Снова.
номер. Несколько строк. Тайный порог. Жил, не дожил. Помер. Снова курок. Третий звонок. Громкий щелчок. Года. Труп на траве. На голове метка его ухода. Паника. Крик. Пережил старик. Третий инфаркт. Рядом. Ветер. Вчерашний пацан призывник. Душу отдал. Снаряд. Кто-то вчера написал «пора» кровью на стенку детства. Эта игра настолько стара, что даже неинтересна. Чем здесь мораль? Может, я враль, но не такой. Прости. Не закричу, не промолчу, только строчу. Живите! Будьте невольны, будьте довольны, радуйтесь и страдайте. Если хотите, плывите в орбите или в круг, сияйте. Только живите, ведь этой нити нет ничего дороже. Грохот и звон. Снова пером. Я буду жить тоже. Арчи! Поэт Арчи! Поэты! Пожалуйста. Наталья Лифанова. Немного осталось уже, совсем немного. Наталья Лифанова. Нежности на двоих моей не хватит, наверное. Скверно скулой встречать друг дверной косяк. Ты мне сказал как-то раз, что стерва. Что ж, постараюсь, чтоб было так. И не выходит беречь нервы. Сам знаешь, дышим уже не в такт. Но доиграть нужно непременно. Пьески дешевые, последний акт. Спасибо! Наталья Лифанова! Поэты! Дальше на дорогу. Человек сбился, а теперь еще раз. Иван Ильин, да? Да. Иван Ильин! Пожалуйста. Не торопитесь жить, друзья. Не измеряйте пульсов скорость. Дать жизни задний ход нельзя, тем интереснее наша повесть. Не терпит время суеты, вставляй покрепче ногу в стремя. Как жить? Решаешь только ты, а сколько? Знает только время. И чем стремительней разгон, тем ты быстрее нас покинешь. Запомни, друг, простой закон, чем шире шаг, тем ближе финиш. Спасибо! Иван Ильин! Все, и завершает турнир. Что? Евгений Баранов. Завершает турнир Евгений Макаров. Мартын Балала, яснослышащий, выходи, пожалуйста, Женя. Давайте не говорить, ему не надо подходить и подпихивать мне людей. Последнюю секунду, Женя, так не делай. Просьбу надо заранее. Евгений Макаров, пожалуйста. Я лужа. Вот в чем вопрос. Меня не стоит принимать всерьез. Я лужа одна, в жару и стужу. Я как жена без мужа. Я море, обмелевшее от горя. Во мне, если признаться, никто не хочет оказаться. Проект друг, помня телега, мальчишка шлепнется с разбега. И может даже так случиться, меня он может и помочиться. Меня любой ногой ударит, зальет, замусорит, затравит. И все же среди бела дня бывает радость у меня. Во мне хлопушка плескаться, бродяжка пьяненький валяться. Но коль винца в меня подлить с утра, с похмелья можно пить.
под звуки ранней электрички напьются мной утром птичьи. Садовник мной напоит лейку, в жару во мне замлеет змейка. Хлебнет меня бездомный пес. Поплачет мной седой утес. Но коль мороз случится, по мне неплохо и прокатиться. Эх, ма, всю жизнь мою меня все хают, что я никак не просыхаю. И обвиняю слишком резво, хотя почти всегда, но почти всегда я трезво. Когда ж война опять нагрянет, а босс врага во мне застрянет среди дорог России всей, под лай собакой, скрим гусей. Я глаз земли, что смотрит в небо. Земля без нас не родит хлеба. Всегда спокойненько лежу, обид ни капли не держу. Я всех люблю и всех приемлю. Мной небо влагой по землю. И хочешь верь ты, хочешь нет, я где-то даже и понял. Назваться так не возражаю, ведь я ж звезды отражаю во славу Божию его красу пою и множу. Наверное, и тем я хороша, что я, как и твоя, а, душа, то холодна, мутна, последнего гроша не стою, то засияю вдруг звездою. И все же я простая лужа, я просто лужа, и во все века я сберегаю слезы неба и отражаю облака. Спасибо. Евгений Макаров. И спасибо. Поэты, выходите все сюда на сцену. Поэты, выходите на сцену. Зрители, подождите, сидите, выходите. Поступает ответственный момент. Вот, теперь встретились. Лида, снимай все, что здесь вокруг происходит. Как-то постарайтесь разместиться. И не забывай фотографировать, пожалуйста. Значит, господа, Мария Агапова объявляется, будет писать фамилии, Маша, и ставить черточки. Потом сфотографируешь. Вот на это, на меню, давай, хватит. Так, ну вот, мы встретились все, все хорошо, и начинаем голосование. Вот Александр Вишневский, за кого? Фамилию можете назвать, Саша? Вообще-то тут у меня список сложился. Ну, можете сказать быстро комментарий. Комментарий, только погромче тогда. У меня сложился список, собственно говоря, по прослушиванию. Давай встань, пожалуйста, и говори зрительному залу тогда, хорошо? Ну, если ты хочешь толкнуть речь... Я не хочу речь толкать, я говорю авторам. По свою оценку. Так, я здесь. Все. Нет. Так что писать? Встань, пожалуйста. И говори залу, хорошо? В том числе. Хорошо? Для того, чтобы выбрать из такого огромного количества авторов кого-то одного, это, конечно, задача непосильная. У меня сложился, собственно говоря, список, чтобы хотя бы отметить. Маша, не ставь ни одному галочки, потом спросим одного. Да, совершенно верно. Я почитаю список, а потом отмечу из этого списка только одного человека. Значит, вот Верета Сафарова, Евгений Петрушенко, Саша Лондон, Евгений Зудин, Стефания Данилова, Влада Королева, Арчет. Ну вот из этого списка теперь я все-таки отдам предпочтение Виолетте Сафаровой, как наиболее персонально пишущему автору. Хорошо, спасибо. Александр Вишневский выбрал Виолетту Сафарову. Ставь ей и одну галочку ставь. Дальше поехали. Сергей Каюдин. Быстро, просто фамилию называй. Марина Сакович. Марина Сакович. Вписывай, Маша. Марина Сакович. Пожалуйста, как вас зовут? Кто голосует еще? Я поднимайте руку. За кого? Поэт Александра Невская. Поэт Александра Невская. Невская галочка. Кто еще голосует? Только один голос. Я голосую. Не слышала, кто
его зовут про лужу. Евгений Макаров, подождите, а у вас есть квиточек на голосование? Нет. Тогда не вписывай, не вписывай, не считается. Квиточек покажите нам. Говорите ей фамилию. Надежда Сандлер, 2. Еще кто? Да. Да, Сандлер. Кто? Говорите фамилию. Никольский. Игорь Никольский, Маша, вписывай. Есть так? В начале вечера я выдал квиточки. В начале. И они так, понимаете, вы, кто пришел позже, вы не всех видели, поэтому извините. Надо вовремя приходить. Кто у вас? У меня Денис Прокопьев. Денис Прокопьев. Пожалуйста. Кто еще не голосовал? Говорите. Мы здесь, у нас очень много. Святослав Коровин. Маша, успеваешь? Коровин. Кто? Я голосую. Сейчас, Маша, мы тебя дадим. Кто? Саша Лондон. Саша Лондон. Еще есть? Говорите. Покажите квиток. Значит, не считается. А? Я. Ну? Артем. Артем какой? А вот который за два... Вот этот вот, лохматик. Арчик. А можно я? Да? Наталья Лифанова. Наталья Лифанова. Еще. Евгений Макаров. Евгений Макаров все-таки появился. Еще? Еще один Евгений Макаров. Где? Вот. А, хорошо. Еще галочку Макаров. Кто? Михаил Солонников. Михаил Солонников, да. Так. А у вас? Я Арчи. И Арчи ту галочку. Еще одну. То есть, кто? Еще одну Арчи ту, Маш. Успеешь ты свой. Три? Еще сейчас одну ставь. Саша Лондон. Саша Лондон еще ставь. Ты, Маша, как Арчи тут ставит Мария Гам. Еще кто не проголосовал? Сейчас. Вера Гайдар вписывает. Кто есть у вас? Марсанов Андрей. Андрей Марсанов. Марсанов. Суслов. Артем Суслов. Но... Саша Лондон. Саша Лондон. Антипенко никто не выбрал. Антипенко, я всегда тебя выбираю. Один раз могу Сашу Лондона выбрать? Вера Гайдар. Вера Гайдар. У вас кто? Евгений Петрушенко. Евгений Петрушенко, Машу галочку ставь. Успеваешь, Маша? Чё? Гайдар поставила там, да? Хорошо. Петрушенко галочку. Петрушенко галочку еще одну. Вторую. Кто? Тоже. Где? Подождите, сколько у вас? А я аргументировать хочу. За что у вас? За кого? За Петрушенко. За Петрушенко. Аргументируйте, только встаньте и громко. Евгений, друг мой, по совместительству поэт. Жене три галочки ставь еще. Если бы не Женя, нас бы тут не было. Хорошо. Женя, это Петрушенко? Да, Петрушенко. Нет, поймите, все проголосовали. Женя, ты Шуля? Кого? Стефани Данилов. Стефани Данилов. Кто? Алексей Михайлов еще одну галочку. Все? Так, у вас уже, я смотрю, что-то за столом уже было. Там больно много. Хорошо, кто? Кто? Саша Лондон. Саша Лондон. Кто у вас? Ну, хорошо. Смотрите. Тихо. Тишина. По текстам. Один только хороший текст. Это Андрей Головин. Хорошо. И два прекрасных имиджа, голоса, интонации... там жестикуляции и прочее, не помню. Который с зонтиком. Пальцем покажите. Который типа французского. Понял. Кому ставить? Но Головину ставь. И который бросил куртку с бородкой. Хорошо. Просто блеск. По имиджу. Но не текст. Ну вы Головина выбрали, хорошо? Конечно. Андрей, я бы тоже его выбрал. В каком смысле? Андрей Чириков, пожалуйста. Стефания Данилова. Стефания Данилова. Все, Маша, у кого больше галочек? Одинаково у Лондона и Арчи. У Саши Лондона и... Чей? Евгений Макаров. Евгений Макаров. Ну, уже это... Одинаково... Значит, господа, да, что? Вы же Лондон? Нет, Макаров... Она не голосовала. Хорошо, ставь Лондону еще по галочку. А что это? Вот девочка. И Наталье Лифановой ставь галочку. Все, сейчас объявим победителя. Ну, кто? Маш, кто? Ну, если Лондону еще галочку, у него получается 5. Ну, будем честны. Саша Лондон почему-то сегодня выбился в лидеры. Слава Богу. Саша! Иди сюда. Отойдите от камеры. Саша! Тихо, отойдите от камеры. Александр!
Саша Лондон объявляется за главным поэтом сегодня. Ура! Хочу сказать, господа зрители, господа поэты, вы понимаете, как бы, да, что это все игра, нужно к этому относиться так, как оно есть. Как оно произошло, мы все засняли. Поэтому в следующий раз приводите 20 друзей, пусть сидят, и это будет честно. В нашем клубе. Все! Перерыв! Я хотела добавить... Да, а подожди, пару слов хочешь сказать. Он похож на молодого бога. Саша Лондон хочет сказать пару слов. Я тихо. Я хочу просто поблагодарить, ибо не ожидал. Он благодарит, ибо не ожидал. Все, перерыв.